открытая трибуна. Как правильно выбрать новогоднюю елку? Я предпочитаю больше искусственную елку, нежели натуральную. Потому что я вижу, как сейчас вырубается лес на Западной Украине. Это очень жалко. Искусственная елка довольно-таки похожа на настоящую. То есть я за искусственную. Конечно, лучше добавить натуральную, чтобы было все с ароматом и хвойное, и красивое все. По желанию. У меня второй год новогодняя елка искусственно дома стоит. Ну так, я считаю, что рубить деревья – это бесполезно. Сохраняем природу. Только натуральную, сосну. Иголочки длинненькие, высокую, широкую, нарядную, чтобы когда заходишь в квартиру, чтобы действительно чувствовалось, что это праздник новогодний, чтобы дети, заходят дети, стишки рассказали, потанцевали, хороводик. Вот это чувствуется Новый год. Мое мнение, детям нужна натуральная, большая, пышная елка. Новый год – это семейный, теплый праздник. С детства должно быть пахнуть сосной, мандаринами, конфетами, шоколадом. Как выбрать? Ну, я исхожу из того, что лучше выбрать искусственную. Жалко настоящие деревья, их все-таки 2 недели и выбрасывают. А вот как выбрать, я не знаю. Это нужно уже, наверное, более детально смотреть, из чего она состоит, запах, вот эти все какие-то нюансы. Я за искусственную елку. Смотреть, какой, во-первых, какая квартира, чтобы она влезла. Во-вторых, по цвету, чтобы была хорошая, зеленая, свежая. Мое мнение, ну, искусственная елка должна быть. По той причине, ну, как бы долговечная, практичная в таком вот роде. И природу беречь. Открытая трибуна.